школах городского округа прошли выпускные вечера. В этом году аттестат о среднем общем образовании получили более 1211 классников. Наша съемочная группа побывала на празднике в 18-й школе. С каким настроением выпускники покидали ее стены, узнали мои коллеги. В этом году Томилинская школа номер 18 выпустила 3 11 класса. 54 уже бывших школьника сдали единые государственные экзамены и получили аттестаты зрелости. Как мы все сдружились, было очень неожиданно, что мы все три класса объединимся и будет так очень хорошо, потому что все не общались до этого времени. А сейчас получилось так, что все прям очень сдружились и обрели новых друзей, так скажем. Одноклассники мои, они меня очень изменили в хорошую сторону. Я запомню не только своих любимых одноклассников, а еще и своих учителей, потому что именно учителя влияют на нашу личность. Сначала на сцену пригласили выпускников, которые отличились безупречной учебой. Им вручили аттестаты особого образца. На торжественном собрании отметили призеров Всероссийской олимпиады школьников. Заслуженные награды в этот вечер получили еще одни главные виновники праздника – родители выпускников. Мы сегодня с коллегами Александром Геннадьевичем Пивоваром и Алексеем Александровичем Орловым пришли поздравить выпускников 11-классников гимназии номер 18. И, конечно, пожелать им самое главное в этой жизни – идти с чистым сердцем вперед. Для ребят сейчас это новый этап в их жизни, этап выбора. Именно от этого, какой они выбор сделают сейчас, будет зависеть дальнейшая их жизнь. Я думаю, они сделают все правильный выбор. Смотря сегодня на нашу молодежь, я думаю, у нашей страны большое будущее. Экзамены и домашние задания уже позади, но впереди еще более серьезные испытания. Выбор профессии, дальнейшая учеба и трудоустройство. Напоследок педагоги дали своим воспитанникам напутствующие слова, а в ответ в очередной раз услышали спасибо за терпение и доброту. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.